Друзья, всем привет! На улице поздняя осень, уже похолодало, сыро, холодно, поэтому на дачку мы ездим нечасто. Все игрушки убраны, и остается только наблюдать за нашей дачей, за порядком, по нашей системе видеонаблюдения, которая состоит из двух вот таких вот поворотных Wi-Fi камер. Управляется все это дело удаленно, через интернет, и очень классно и качественно работает. Конкретно данная моделька у меня уже отработала больше 2 лет, а если быть точным, 3 лета и 2 зимы. Ссылочку на обзор оставлю в описании. И вот такая вот модель с 2 объективами и с хорошим зумом пробивает 30 метров участка. Тоже ссылочка будет в описании. Но сегодня я вам хочу рассказать о другом. Многие люди задают много вопросов по функции круиз-контроля в данных вещах. И в этих камерах данная функция присутствует. Сегодня я хочу очень подробно рассказать об этом, что это, важно ли это и стоит ли этим пользоваться. Поехали! Итак, зайдем в наше приложение и выберем одну из наших камер. Функция круиз-контроля у нас находится по центру, чуть-чуть правее, вот в этой менюшке, где кружочек и стрелки. Жмем и можем видеть круиз-контроль. Заходим сюда, и мы видим цифры 1, 2, 3 и начать тур. При этом у меня они уже отмечены. А у вас же, если вы еще никогда это не настраивали, они будут серого цвета. Но опять же напомню, что тут вообще должно произойти. Нам нужно задать 3 разные точки для движения камеры. Сейчас я свои удалю. Для примера, вот я сбрасываю первую точку. Можно нажать «Удалить точку», и она становится серой. И если мы сделаем так по 3, то все 3 удалятся, их надо будет настроить. Чтобы настроить точку, нам нужно поставить камеру в нужное для нас положение, вот, например, как она стоит сейчас, и нажать на эту единичку. Пункт тура добавлен. И так со всеми точками. То есть мы условно поворачиваем камеру, вот, допустим, я хочу посмотреть чуть-чуть дальше во двор. Вот так вот. И дальше. Ну, пониже. Вот сюда. Сейчас я удалю вторую точку тоже. Жму на нее, и точка добавляется. И точно так же мы настраиваем третью точку. У меня она вот здесь. Кстати, если на них теперь просто нажимать 1, 2, 3, камера сразу будет поворачиваться в нужное положение. Итак, после того, как мы настроили все 3 точки, мы жмем кнопку «Начать тур». И все, что делает камера, она просто пробегает по этим 3 точкам, первая, вторая, третья, и возвращается обратно в исходное положение к первой точке. Вот, в принципе, и все. То есть, если мы опять нажмем «Начать тур», произойдет все то же самое. Камера пройдет по 3 точкам и вернется в первоначальное положение. Изначально мне казалось, что функция круиз-контроля будет означать, что камера будет беспрерывно ходить там влево и вправо по участку и так далее. Но это не так. Данная функция реализована лишь для того, чтобы мы могли зайти в настройки камеры. У нас есть там 3 предустановленных места, которые мы хотим быстренько посмотреть, и не заниматься вот этим вот кручением и так далее, а просто зайти в круиз-контроль и сделать быстренький тур по 3 нашим настроенным точкам. Вот как-то так. Кстати, сильно вертеть камерой в очень сильные морозы, ниже минус 20, не рекомендую. Настройте камеру в то положение, которое вы считаете самым оптимальным. Потому что механизмы все-таки страдают, особенно если попала вода. Про то, как камера ведет себя в очень сильные морозы, я рассказывал вот в этом видео. Можете посмотреть по ссылочке. Вот такое вот коротенькое видео. Кому было полезно, ставьте лайки,
Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ну, а мы продолжаем. Всем пока!